аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшей, кровим и славнейшей, без сравнения, все равно благослови. Господи, святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Боже, Иисусе Христе, Бога нам.
исповеднице церкви русские, святители и пастыри, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, добрые воины, монахи и мирские, благочестивые мужи и жены, во всяком возрасте и сословии за Христа пострадавшие, верность ему даже до смерти свидетельствовавшие и венец жизни от него приимшие, во дни гонения лютого, вынь землю нашу от безбожных постигшего, на судищах, заточениях и пропастях земных, в горьких работах и всяких скорбных обстояниях, образ терпения и непостыдного упования мужественно явили истинное. Ныне же в раи сладости наслаждайся пред престолом Божиим, во славе предстоите, и всегда хвалу и ходатайство с ангелами и всеми святыми ты единому Богу возносите. Сегодня мы недостойны и молим вас, святые сродники наши, не забудьте земного отечества вашего, грехов каинного братоубийства, поруганием святым, безбожием и нашими беззакониями потерченного. Умолите Господа сил, да утвердит церковь свою непоколебимую в мире всем, многомятежном и лукавом, да возродит в земли нашей дух братолюбия и мира, да паки будем мы царское священие, род Божий, избранный святый, Христа словами славящий, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Погребен